Украина не намерена погашать долг за газ, пока не будет достигнуто пакетное соглашение с российским «Газпромом», заявил министр топлива и энергетики Юрий Продан, направляясь на очередной раунд переговоров в офисе Еврокомиссии. Напомним, накануне «Газпром» объявил о том, что переносит в очередной раз введение режима предоплаты для Украины с 10 на 16 июня. Также Россия предложила Украине скидку на газ в $100. Украина не принимает это предложение и требует изменить газовый контракт. «Эти российские ловушки знаем», – сказал премьер-министр Украины. «Скидка устанавливается решением правительства Российской Федерации и снимается решением правительства Российской Федерации», – сказал Арсений Яценюк.